вот мы и прибыли на понтон через речку Лямина. Сейчас переедем на левую сторону и там будем скидывать лодку. Всем советуем добавлять деготь в обычную дейту вот такую. Так что лучше помогает. Запах, конечно, неприятный, но оно того стоит. В аптеке? В аптеке есть. Да? У тебя осталось чуть-чуть? В солярике в машине. Я не взяла свой пузырек. Деготь в аптеке продается? Да. Березовый деготь. А ванильку не брала? Слышишь? Ванильку. Нет. Нет? Ваниль не брала? Нет. А зачем? Ну, ну вот от мошек. Ну, я знаю, ну, от мошек она и так вон где-то помогает неплохо. Вообще-то как. Все? Все, сейчас лодку спускаем, все. Проверим, здесь покидаем в этом участке, попробуем окуня половить. Уже много-много лет он здесь существует, этот бурелом. Дров просто немерено. Мне все равно, куда пальцем ткнете, у нас нету лево, право. У нас есть туда, куда надо показать. Вот туда, это направо, вот туда, это налево. Паркуемся и сейчас будем здесь пробовать ловить окуня. Может быть, щука попадется. Ну все, готовность номер один. Готовы все? Да, все в порядке. Все, готовы. Поехали. Сегодня также буду использовать Fox. Вот такую вот резину. Красно-белую. Оранжево-белую. Но сегодня еще хочу проэкспериментировать на этой реке Ляму. Попробовать половить на воблеры. Ну, приступим. О, за дерево зацепил. Приступил, бля. Ух ты. Твою мать. Опять за ветку зацепил. Первые забросы были неудачные. Два заброса, два за ветку. Идем в кусты. Вот здесь приземлимся. О, есть, есть, есть. Один хапнул. С третьего заброса. А, отпустил. Блин, сошел. Сошел, сошел. Работает. Ну вот, друзья, мы, короче, покидали. Только одного окуня небольшого вытащили, и все. Сейчас поедем на свое место. Надеюсь, нам удача там улыбнется. Поехали. Щука, да, там, скорее всего.
Да-да, щука. Видно по хвосту. Ох ты, аж свечку сделала. Ну небольшая. Килошка. Ну вот. Облеснул, не за цепляйку. Че, сволочь, поймался, да? Вот такие у нас здоровые жужики возятся. Водятся, блин. Вот. Видишь, у тебя вот это вот. Вообще прям большие. Да. Ну вот, наконец-то мы добрались до нашего старого места. Здесь обмелело. Вода уже ушла. Где-то на метр, если не больше. Не, где-то на метр. Начнем нашу рыбалочку. Ну вот сейчас поставил воблер верховой. Вот такой вот. Сейчас попробуем, как он себя поведет. Вот такой расцветки. Воблерами надо еще уметь, блядь, играть. Надо потихоньку. Если верховой воблер, надо вот по чуть-чуть, потихоньку поддергивать. Есть. Ха-ха, зацепил все-таки. Вот. Я же говорю, надо по чуть-чуть. Или окушок? Нет, похожую на щучку. Так что, помогать? Сейчас, подожди. Я еще не знаю, что это. Давай, щучка, походу. Помогаю. Да. Вот она. Щучка небольшая. Во. Попусти. Все. Да попусти, ёптвою мать. Все. Вот на такой воблер только что клюнула щучка. Ссылка будет в описании на такие воблеры. Их целый набор на Алиэкспрессе заказывал. Так что, кому интересно, можете заказать. Ну и минус в том, то, что когда вот часто ведешь слишком, вот траву цепляется. Цепляется трава. Ну-ка, давай, тяни. Что там у нас? Ух ты! Блин, сошла. Ёб твою медь. Ну, такое уж, а как кушок такой. О, ох ты, вот это хороший, слушай. Вообще отличный. На блесну, на желтую. Где твои фото? Есть окунь. Я чувствую, что это окунь. Да что, ну вот. Иди сюда. Я уже отключил интернет. Может, тебе приходит, что твое сообщение не поставлено. Щука? Нет, окунь. А что ты одел? О, это даже не окунь, это ясь. Ясь. Смотри, это ясь даже. Сейчас опустим. Ну, бил как окунь. Не отпущу. Вот он. Ясь, прикинь на резину, смотри какой. Вот это уха. Приплыла ко мне. Да, у нас сегодня плов будет, но ухи не будет. О, у нас идет. Ты смотри какой. Да нормально. Вот, сюда я. Ну, сука противная. Давай. Не гоняйся за ней. Да вот, сюда его, раз. И все. Разберешься? Да, конечно. Сейчас, ну, помогу. Сейчас помогу, подожди. И взяла же, сука, под самый этот. Сейчас. Заверну. Молодец, красавчик. Вот это самая крупная на сегодняшний день щука у нас, да? Ну, да. Ну кило где-то, кило 200, да, кило 300. Кило. Килошка, да? Килошка. Может, килошка. Так, вот наш сегодняшний улов. Сейчас мы его в мешок. Сегодняшний, вечерний. Ну, вечерний, ну сегодняшний. Давай. Сейчас мы ее в мешок. И потом в яму. Чтобы рыба не пропала, у нас уже здесь
вырытая яма. Это я в прошлый раз копал. Вот, яму и потом травой накроем, потому что завтра будет жарко. Надо будет травой накрыть, чтобы муха не прилетела. Вот так вот. Таким образом спасаем рыбу, чтобы не протухло. Ну вот, друзья, мы пока на сегодняшний вечер закончили рыбалку. Сегодня ловили, пытались ловить на блесну, на воблер, на, значит, всякие разные блесна. У всех клевало по-разному. Вот сейчас вечер наступил, и у нас, короче, рыба перестала клевать. И сейчас мы отправимся на стан, будем разбивать палатки, ну, то есть свой лагерь. Вот. А завтра утром продолжим. Вот. Надеюсь, нам завтра утром повезет. Ну и, как говорится, всем ни хвоста, ни чешуи и приятного просмотра. Давайте, до завтра. Ну и всем доброго утра, доброго времени суток. Мы выбрались порыбачить утром. Сейчас у нас 5 утра. У нас кое-кто уже тащит окуня. Кто? О, хороший. Смотри какой. Да. Нормальный такой. Кидай яга. Утро удалось. Вот утрешний первый окунь. Второй. Второй, да? Да. А, ну, второй. Да. Первый мы не засняли. Нет. Два изя. Один сошел. На червя, да? Угу. Опусти меня. Не гоняйся. Я тебе уже учил. О. А было два, да? А было два. Есть, есть. Щука. Да, походу щука. А где? Да, небольшая. Давай. Разберешь? Да. Постараюсь. Хочется же показать. Ого. Окунь. Ага. Ля, какой хороший. На червя. На червя. Красавчик. Ну-ка, закеш. Смотри. А. Красавчик. Угу. Видишь, да? Да. Смотри на удилище. Угу. Смотри, смотри. Ебашит. Что-то там въебало. Я не знаю, что это. Видишь? На кончик смотри. О, подъязок. Ух ты, блядь, подъязок. Хороший. Тоже есть? Маринка, картинка, блядь. Вечно у нее с ней есть. Смотри, смотри. О. Смотри, какая девчонка. Ну-ка. И замужем. Покажи в камеру. Покажи в камеру. Это же мелкий. Нет, Олег. Покажи ей. О. Хороший. О. О, бля. Сошел. Оторвал. И груз оторвал. Груз в лодке. Ну вот как-то так мы отрыбачили. Брало на все. На блесна. На червя даже ловили изя. И окунь попадался. Ну, на всякую разную резину. Фокс, релакс. Там, ну, в общем, все подряд. Ну все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если понравилось видео. Мы, короче, погнали до дому.